произведение искусства. Довольна? Да. Никогда еще такого не было в моей жизни. Что ты меня снимаешь? Снимаешь себя? Что видно мне происходящего? Потому что куча эмоций у тебя сейчас. А у тебя? У меня тоже, но не настолько много. Может, ты хочешь передумать? Я пошутила. Точно? Да. И мат. Ну, просто получить бумажку, правильно? Ну да. Все празднования на венчание, правильно? Да. Тогда мы просто ради бумажки можем приехать только в Гатчину, да? Да. Близко, качественно, недорого. Да, но я все равно буду одевать что-нибудь торжественное. 27 сентября? Это какой день недели? Хорошо. Берем 27 сентября. А, ну то есть мы через месяц поженимся, получается. Да. Ладно. Настюш, сегодня 22 число. С днем рождения тебя, моя сладкая. Будущая жена. Помогите. Помогите. Так, проверьте, пока ничего не подписывайте, только прочитайте. Так, фамилию оставляйте свою, правильно? Да. Пожалуйста. Да, вот здесь. Сегодня, 27 сентября 2022 года, ваш брак зарегистрирован. Отлично. Я объявляю вас мужем. Спасибо. Поздравьте друг друга. Поздравляю. Похоронение, поздравляю. Я тоже. Сходила, забрала платье, которое мне сшила Вовина мама на свадьбу. Так что будем мерить, смотреть. Приготовление за полтора часа до венчания. Это в моем стиле. Очень невесты обычно встают, наверное, часов в 6 утра. Я могу позволить себе только помаду и кудри. Я, наверное, даже помады краситься не буду. Помады можно в ресторан, да? Дома. Вот. Всем должно было по 100 косарят быть. Вот так, волоса, да? Да. Я только думаю, ну да, да, можно даже чуть подальше. Вот так вот. Должно быть красиво. Спаси, Христе Боже, на много. Или золотой орел небесный, чей-то встретил взор незабываемый. Нашим бабушкам многое лето, нашим бабушкам многое лето, многое.
Спасибо.